Так, продолжаем движение в сторону Ишима. За спиной остались Илоуторск и Заводоуковск. Впереди Ишима. Сегодня уже 22 число, 22 сентября. По славянскому летоисчислению наступает 7526 год, или, как говорят славяне, лето. 7526 лето от сотворения мира в звездном храме. Я поздравляю всех славян с новолетием. К сожалению, в средствах массовой информации об этом событии ни слова, ни буквы. Широко оповещается мусульманский Новый год Навруз, еврейский Новый год, китайский, японский, католический, о славянском Новом Годе, или, как говорили славяне, лети, ни слова, ни полслова, ни звука. Это печально. Но славяне почитали, чтут и будут почитать своих богов. Еще раз с новолетием всех славян. Продолжаем движение. Значит, проблемное колесо правое заднее заменил. Запаски, к сожалению, нет. Это немного напрягает. Трасса достаточно пустынная. На протяжении десятков километров не вижу населенных пунктов. Впереди далеко. Так. Впереди далеко река Вагай. Ну, я бы не сказал, что местность зазерена. То есть не наблюдаю ни озер, ни каких-то крупных, даже мелких водоемов. То есть территория достаточно не обжита. Достаточно пустынно, хотя полотно дороги очень хорошее, и обочина, и горизонтальная разметка. Внимание дороге уделяется приличное. Так, далеко впереди, совсем далеко, населенный пункт. Новодеревенская, деревня, наверное, вот рядом водохранилище. Окуневка, одноименная река. Ну, надо полагать, много окуней. То есть дали название по тому, чем богата река. Но каких-то более-менее крупных населенных пунктов, деревень, которые бы были отмечены на карте, к сожалению, не вижу. Река эта проходит по правой стороне движения. Где-то она приближается примерно на километр к трассе.
где-то уходит дальше от трассы, то есть не параллельно идет, а так вот зигзагом, извилкой какой-то. Двигаясь в сторону Ишима, было в планах, в намерениях, скажем так, доехать до мотеля «Уют». Это примерно в 200 километрах от Омска. Но чувствую, что не успею, потому что от Ишима до мотеля «Уют», мотель «Три семерки», мотель «Уют», там много разных мест, где можно переночевать, отдохнуть. Примерно километров 200. Но здесь время уже движется к закату, к концу дня, плюс часовые пояса, разница, то достаточно быстро наступит ночь. Остановлюсь на ночевку, проехав от Ишима 16 километров в сторону Абатского. Поселок такой, Абатское. Я останавливался ранее, ну вот в этом месте, так что там не впервые. Пока не забыл, хотел бы сказать, что остановлюсь на привал, на ночевку. Вот, как я сказал, проехав 16 километров от Ишима, я бы не рекомендовал автопутешественникам, автотуристам останавливаться там на ночевку, на привал. Не потому, что там опасно или тревожно. Нет. Какая-то, ну, трудно объяснить. Вот странная атмосфера стоит вот возле этого кафе, или как сказать, мотель, ну это не мотель, там увидите своими глазами территорию, все это. Ему уже не первый год, года, наверное, два я там уже останавливался. Держат его люди с юга. На прилавках, на витрине спиртного нет, но из-под прилавка там торговля идет бойко. И вот тот дальнобойщик, с которым мне пришлось какое-то время сидеть за одним столом, вот в моем присутствии за полтора часа, наверное, выпил пол-литра водки. И вот в каком состоянии он утром выйдет на трассу, ну, я не знаю. Я бы, например, не хотел бы с ним на трассе встретиться. Так, далее по ходу движения поселок Амутинское, достаточно большой по площади. Ну, трудно сказать, какое население, но я думаю, несколько тысяч проживает в этом поселке людей. Параллельно дороге, параллельно трассе, с правой стороны, ну, примерно в километре
Ну, в 2 километрах, наверное, проходит железнодорожная ветка. Это просто к сведению. Станция железнодорожная называется Амутинская. Параллельно дороге с правой стороны река. Река, по-моему, называется Каш. Далеко впереди маленький поселок Русакова и Сорокина. Есть небольшие водоемы с правой стороны. Насколько они зарыбачены, зарыблены, я не знаю. С левой стороны по ходу движения, насколько хватает глаз, карта, ничего живого, я имею в виду, поселений никаких нет. То есть место достаточно необжитое, необжитое, достаточно пустынное. В общем, планируя свою поездку, я бы рекомендовал или советовал это заночевать или же вот в Ишиме, или же в Абатском на трассе. Ну, я, например, я не рискну на трассе останавливаться. Ну вот, активно идет у меня разговор по телефону. Мне позвонили. Общение по телефону активно идет. Полную версию разговора можно будет послушать в полном видео на втором аккаунте. Впереди река Сыпчук. Ну, наверное, можно там рыбку половить. Справа по ходу движения примерно в 2 километрах населенный пункт Шабаново. Параллельно трассе идет река Вагай. И далеко впереди справа поселок или деревня Слободская. Но дорога, отмечу, что дорога просто замечательная. Вот от завода Уковска до Ишима просто великолепная. Кстати, перед Ишимом там идет небольшой ремонт дороги, но, надеюсь, его уже закончили. Там примерно около километра шли строительные, дорожно-строительные работы, которые, надеюсь, уже завершены. Так. Далеко впереди поселок Усть-Ламинка. Проедем по мосту через реку Вагай. Она тянется, посмотрел по карте, достаточно далеко.
в реку Вагай впадает небольшая река Скакунка и небольшая река Лама. Но место достаточно пустынное. Движение, ну, уже конец дня, ну, не очень интенсивное. Попадаются и встречные автомобили, и попутные обгоняют. Организовано межпоселковое сообщение автобусное. Вообще нужно отметить, что в Тюменской области дороги хорошего и отличного состояния. То есть их и регулярно обновляют, ремонтируют. Года, наверное, 3-4 тому назад, вот, может даже меньше, вот проезжал по этой дороге, но двигался уже с востока на запад. Зимой было, в зимний период. Но дорога была тогда разная, то есть и очень хорошего качества, и участки, которые требовали ремонта. Но вот сейчас, проезжая, отмечу, что дорога стала гораздо лучше. Гораздо. Инфраструктура не развита, вот, мало заправочных станций, мало места для остановки на ночевку, на привал. Ну вот инфраструктура, она напрямую связано с интенсивностью движения. Будет высокая интенсивность движения, то естественно появятся и мотели, и заправки. Ну а пока вот то, что имеем. Имеем то, что имеем. С правой стороны по ходу движения примерно в 2 километрах написано «Глубокое». Что это такое? Поселок или деревня? Не знаю. Название «Глубокое». Насколько хватает карты, я не вижу ничего поблизости от трассы. Не вижу ни озер, ни рек. То есть все, что можно было проехать, проехали. Такие небольшие рощицы слева и справа по ходу движения, как возле трассы, так и насколько хватает взор в сторону от дороги. Вообще-то, наверное, было бы интересно пользоваться. Есть же такие карты, типа любительских, что ли.
которые создают автомобилисты. Но вот работает радар-детектор. Где-то впереди стоит камера. Да, проехали. Но трудно заметить закамуфлированную, спрятанную эту радарную систему, которая отслеживает. Но контроль за дорогой ведется. День клонится к закату. Обзор достаточно хороший, как вперед, так и по краям. Но деревья, они не очень высокие. За ними просматривается довольно далеко. Так, поворот влево. Это радар. Где-то стреляет в упор полицейский. Стреляет вот постоялый. Наверное, вот в мотеле. Левый поворот ведет в сторону населенного пункта Королёва. Открытое место дороги, поля, справа по ходу движения река Катышка, населенный пункт Галышманово, ну и параллельно трассе идет железная дорога. Впереди населенный пункт с правой стороны по ходу движения Крупинина. Налево населенный пункт Кузнецова. Достаточно много рек, небольших речушек. Первоначально, говорю, было в планах остановиться на привал у мотеля «Уют». Но это рядом с поселком Крутинка. Там, значит, озера зарыбленные. Много рекламы в мотелях. В мотеле «Уют». Приглашают рыбаков вот на рыбалку на озера поселок Крутинка, но это далеко еще, это уже в следующей серии. Радар-детектор очень чувствительный, и вот примерно на расстоянии до 5 километров он улавливает излучение радара.
Ну, по всей вероятности, проехали точку, где стоит этот радар, работающий на скорость. Но вот он уже до сих пор воспринимает сигнал, улавливает. Так что я бы, например, советовал для безопасности иметь и радар-детектор. Их большое множество. Ну, выбирайте исходя из финансовых возможностей. Он, по крайней мере, постоянно держит водителя в тонусе. Не дает забыться. Кратковременно остановился посмотреть состояние заднего правого колеса. Все нормально. Далее по ходу движения с левой стороны населенный пункт Черемшанка, ну, деревенька небольшая. С правой стороны прямо дороги. Прямо у дороги населенный пункт Плотина. Вот там небольшой водоемчик. Ну а так больше ничего особо примечательного не вижу. Напомню, что с правой стороны по ходу движения идет железнодорожная ветка. Станция Гладилова. Ну, дорожное полотно позволяет двигаться вот со скоростью около 100, даже больше километров в час. Но я предпочитаю двигаться с меньшей скоростью. Хотя вот временами тоже за сотню уходит. Но место достаточно красивое. Такое живописное. То ли перелесок небольшой, то открытое место. Вот это вот характерная черта дороги от Тюмени до Ишима. Слева по ходу движения населенные пункты недалеко от дороги, примерно в километре Новокировский, километрах в трех, наверное, деревня Борисовка, это с левой стороны по ходу движения. С правой стороны Карасуль, по всей вероятности, деревня, и железнодорожная станция Октябрьский или Никольский. Тут вот на железнодорожной станции два
населенных пункта Октябрьский и Никольский. Далее дорога идет почти вплотную с железной дорогой. И с левой стороны, далеко впереди, населенный пункт Крутые Озерки. Ну вот в районе Крутые Озерки, это примерно через 5-6 километров, железнодорожное полотно идет практически вплотную с трассой. Видно будет из окна автомобиля или нет, пока сказать затрудняюсь. Да, по-моему, видно вот за деревьями там что-то такое. Ну, бог с ним. Дорога радаром простреливается. Установлена скрытая фото- и видеофиксация. Но видеорегистратор помалкивает на скоростном режиме. Или... Только что сказал и на тебе, напомнил о себе. Так, с правой стороны, напомню, опять-таки железная дорога, ветка железнодорожная, далеко с правой стороны деревня Кукарцево. Ну вот, вплотную почти к трассе на этом участке проходит железнодорожная ветка. Дальше впереди через километра полтора-два, наверное, разъезд номер 36. Ну, что это такое, я не знаю. Река... Река Опеновка и населенный пункт Тоболово. Тоболово. Это с правой стороны по ходу движения, с левой стороны деревня Опеновка. Ну, по всей вероятности от того, что грибов опята там много. Много или нет, сейчас сказать трудно. Потому что название, наверное, было дано давно. Особого скопления озер ни слева, ни справа по ходу движения не наблюдаю. Продолжаю движение в сторону
Ишима. Вот сейчас примерно начинаю понимать, что не успею засветло доехать до мотеля «Уют». От Ишима это примерно километров 120, наверное, 140. Ну, бог с ним. С правой стороны по ходу движения станция железнодорожная Безрукова. И пока... населенный пункт Ершова. Опасность. Ограничение 60. Ремонт дороги. С правой стороны по ходу движения Большеудалова. Еще чуть подальше Малоудалова. И река петляет такими зигзагами Ершовка. Стало заметно темнеть. Дальше железная дорога уходит в сторону от трассы. Впереди развязка. Автомобильная развязка. С левой стороны населенный пункт Лозовое. С правой стороны станция Таловка, Мазенка и Зырянка. В общем, достаточно много тут
дорог подходит к трассе. Очень близко город Ишим. Ну, вот я говорил, что перед Ишимом небольшой участок дороги ремонтируется. В самом городе Ишиме я ни разу не был. Проезжать на автомобиле проезжал мимо, на поезде проезжал мимо, но в городе побывать не пришлось. Так вот. Напомню, что с правой стороны после развязки город Ишим до развязки. Ну вот, метрах в 200. Метрах в 200 справа по ходу озера. Я уже его называл Мергень. Дальше озеро Солдатское. И вот напротив озера Солдатское вот этот так называемый, ну как бы назвать, это не мотель, это двор. Ну, я повторю, что останавливаться на ночевку на привал я бы не советовал. Или остановитесь в Ишиме, или езжайте дальше до Абатки. Ничего конкретно вот не могу вспомнить такого, но общая атмосфера очень неуютная. Охранник, там старичок моего возраста, довольно доброжелательный. Но какая-то натянутость, какой-то вот дискомфорт я там четко почувствовал. Не рекомендую. Ну все, да.